расходы в размере 23 миллиона 754 тысячи 600 рублей. Что мы имеем на конец сентября? По доходам исполнено 72,91%, то есть практически 73%. По доходной части это хороший показатель, несмотря на то, что у нас достаточно была сложная в связи с пандемией ситуация в стране в целом и в нашем районе в частности. И в июне, в мае-июне мы это, ну, так сказать, провалились по доходной части. Все-таки август-сентябрь были практически наверстали упущены, и по доходной части вы видите, что 73% это почти идеальное исполнение. Что касается расходов, то исполнение бюджета 54,15%, то есть мы